Вон там. Вон за тем зданием есть бар. Там лучший виски сауэр в Манхэттене. Если освободим город, угощу тебя выпивкой. То есть, когда освободим? А? Вот и вертолет. Там должны быть остальные наши. Наконец-то, даже не верится. Пошли! Даже не верится. Ты здорово работаешь. Вот и вертолет. Пошли! Там лучший виски сауэр в Манхэттене. Держись! Вставай! То есть, когда освободим? Эй! Потерпи! Ну вот и все! Вставай! Слушай, все с тобой нормально. По сравнению со мной тебя и не задело. Черт! Командир погиб во время взрыва. Но есть задание, и мы его выполним только... Через минуту садимся! Лагерь будет справа по борту! Я все выяснила про первую волну! Кто погиб, кто пропал без вести! Остались только мы! Поэтому надо взять себя в руки! Выбора нет! ОТГ-68 диспетчерской, вижу Хадсон. Да, два агента спецотряда на борту. Это их вертолет рванул. ОТГ-68, захожу на посадку. Обычно, чтобы понять, можно ли рассчитывать на человека, нужно время. Но времени нет, так что я ставлю на тебя. Прибытием в Хадсон-Пирс. Только не знаю, на что вы рассчитываете. За воротами идет настоящая война. Кто тут командир? Капитан Бенитес. Он руководил эвакуацией Мэдисон Сквер Гарден. Но утром связь не пропала. Если до завтра он не проявится, уходим. Никто никуда не уйдет. Мы вернем себе город. Бери снаряжение. Будем на связи. Желаю удачи. До свидания. Тебе к начальнику снабжения. Он там, сразу за воротами. Я на пирсе. Нужны носилки?
эвакуируемся или что? Кто вообще теперь тут за главного? Что тебе ответить? Не срывай на мне злость. Я просто выполняю приказы и жду не дождусь, когда мы отсюда уберемся. Черт возьми, в том-то и вся загвоздка. Что за херня? Нельзя бросить Манхэттен. Здесь у меня брат остался, и вся его семья. Я тебя понимаю. Да, погано, очень это все погано. Вот так сдаться и уйти. Что о нас потом люди скажут? Эй, эй, держись, старик. Нет, смотри на меня. Смотри на меня. Посмотри мне в глаза, мы выкарабкаемся, слышишь? Держись, старик! Нет, ничего себе, охренеть, ты видел? Ты когда-нибудь такое видел? О, Господи Боже! Уже все кончилось, все хорошо. Дружище. Эй, дружище. Прости меня. Я не знаю, что произошло. Правда. Пистолет не должен был выстрелить. Я не знаю, как это вышло. Этот город... Он всех сводит с ума. Ты был герой. И я расскажу об этом всему миру. Твоя дочка... Она узнает, каким ты был. Я тебе проходи сюда. Мы должны тебя проверить. От этого вируса никто не защищен. Говорят, в Бруклине все не так плохо. Эти чертовы бандиты еще не все захватили. Пока что. Только по слухам, там тоже начинается замес. Они стали грабить склады, воровать продукты. Я понимаю, почему нам необходимо носить эту дрянь, но это все равно, что завернуться в папье-маше. Но невозможно же работать. Эх. Все, можешь идти. Честно скажу, я тебе не завидую. Я-то отсюда свалю при первой возможности. Удачи тебе. Предупреждаем вас о большом наплыве посетителей в центрах по распределению наборов экстренной помощи. Если у вас появились симптомы, схожие с гриппом, вызовите врача и оставайтесь дома. Смотрите, какая вещь! Присмотрели что-нибудь? Помните, что...
штамм оспы невосприимчив ко всем известным вакцинам заглядывайте. Большинству антивирусных средств. Действенных препаратов в аптеках нет. Мародеры будут расстреляны. Ищите? Привет, Нью-Йорк. Это твой дядя Рики. Нам нужно поговорить. Потому что, боюсь, у меня скоро поедет крыша. Только посмотрите, что у меня есть. Похоже на дешевый триллер в мягкой обложке, чем на нашу с вами реальную жизнь. Да и вообще, это не жизнь, а какой-то посттеррористический биоапокалипсис. Переживу. Зацените. Я уже готов поверить в кого угодно, хоть в пришельцев. Да, я знаю, как дико все это звучит. Как я уже говорил, уверяю вас, это просто дар. Реакция на события последних недель. Я постараюсь выяснить что-то более конкретное и расскажу об этом как только, как сразу. Вы еще не знаете, насколько вам все это нужно. Даже если у тебя нет паранойи, это не значит, что за тобой не придут. Агент, у тебя усталый вид. Мне ужасно неловко это говорить, но нам еще столько всего нужно сделать. Не забудь, в такой холод надо надевать шерсть, а не синтетику. Меня посадили за эту работу, потому что у меня радикулит. Но ты не волнуйся, я буду исправно тебя информировать.